что я хочу сказать. Мы на острове Флориш уже четвертый день. Три ночи, и вот фактически, да, четвертый день. Мы приехали сюда в воскресенье, сегодня среда. Погода нас периодически радует. То есть вот сейчас, вот в этот момент опять чуть-чуть морось есть. Опять вот чуть-чуть так тын-тын, как будто бы с неба какая-то такая, ну, такая крошечная тучка, да, идет и это чуть-чуть прикапывает. Но 5 минут назад, 3 минуты назад и даже еще 2 минуты назад никакой тучки не было. Казалось, что надо купаться, загорать. И мы пришли на пляж. Это такой пляж. Сегодня мы тут одни. Видно, тут убирают, потому что как бы все чистенько, да, ну вот один окурок, я не знаю, почему его бросили. Может, не мусорят, да. Вообще, для окурков, вчера даже муж подобрал и вот положил в такую пепельницу, это вот у них пепельницы, вон они красные стоят, да, у них вот как бы все приспособлено. То есть, если у нас на пляжах кидают там в песок, закапывают, тут нигде не закопаешь, тут либо ты в воду выбросишь окурок, либо вот так оставишь, вот как тут лежит. Ну, это, кстати, пепельница-то для того, чтобы ее вставлять в песок, да? Вообще, которого здесь нет. Вообще, по идее, да. По идее, да, потому что тут вот дырочки. Ну, на конусообразно это сидит. Да, и тут через эти дырочки пепел-то все равно высыпается. А в песке бы он стоял в песке. Ну, подбирай окурки. Не хочу. Ну, не надо. Потом. Потом, когда домой пойдем, я уж так и быть подберу, потому что... Это, ну, потом руки и помоем дома. А так мне бы не хотелось сейчас. Мы только пришли, я еще себя чувствую такой... Девственной. Девственно чистой. Ой, как тут классно, да? Вот такая вот вода прозрачная. Вот каждый камешек видно. Муж вчера купался вон там, возле это, где спускаешься по лестнице, говорит, глубоко, капец, как глубоко. Ну, сколько? С головой. С головой, да. Сразу, говорит, при том с головой. Вот это вот там дырка. Ну, тут купаться как бы не фонтан, потому что, ну, видишь, одни камни такие. Да. Если бы они камни эти хотя бы там вытащили, убрали. Чуть-чуть, да, поровнее бы же, было, да? Это же натуральная как бы бухта, да, такая. Да, здесь все натуральное. Я вот вижу, что здесь они ничего не добавили. От того, поэтому что... тут очень осторожно, тут просто знать надо. Тут вот, вот этот вот кусок, вот тут вот, вот, вот такой вот, где можно вот там вот купаться, если отплыть. Но отсюда отплыть надо от камней, то есть их надо вот, вот от них там вот дальше туда отплыть. Дальше. Ну, вчера надо мужчина уплыть туда и уплывал дальше, чтобы плавать. А, но... так, а так еще надо смотреть, если волна еще тебя как квакнет, но... на камни потащит. То не... есть, тут так это... Ну, тут как, я как бы этого, не сказала, да, что этого сильно страшно. Данила. Данила. Нет, я бы не сказала, мастер, что тут сильно страшно, но тут есть свои опасности, я думаю. Как бы вот они же камни скользкие. Если ты думаешь сейчас встать, ты можешь поскользнуться. Вот такое вот. Но место, ну, и острые. И острые, да. Там этот... Вот. Но место все равно очень приятное, и мы все восторгаемся, что мы в очередной раз абсолютно одни, потому что, наверное, мои читатели, кто смотрит репортажи, говорят, наверное, про себя, где они находят такие места, чтобы никого никогда не было. Но это вот реально так. Куда бы мы ни поехали, мы все время почти одни, никого нет. Вот так. Но нам нравится, здорово, все. Всем привет из Флориша!